Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лиля Бочкун, издательство ВСБ. И сегодня наш разговор о любви. И не так о любви, как о семье, как она создается и что это за чудо, когда встречаются двое людей, которые не знали друг друга, которые жили абсолютно в разных условиях. Ведь каждая наша семья – это отдельное государство со своими правилами, что можно, что нельзя. Вполне возможно, то, что можно в одной семье, нельзя в другой. То, что осуждается в одной семье, поощряется в другой. И каким-то образом этим людям в итоге нужно договориться. Безусловно, это труд. Но начинается все с невероятного чуда. Вот эта встреча произошла. И кажется, что это просто как в кино. И что это только тебе повезло встретить вот такого родного, невероятного, похожего на тебя, понимающего человека. И, безусловно, хочется быть рядом с ним. Но когда люди женятся, почему-то им не говорят о том, что сложности будут по-любому. Все просто желают любви, счастья, пусть это будет бесконечно. И так далее. Все хотят умереть в один день. Но когда сложности наступают, то, безусловно, если нету модели поведения, а как это было у родителей, о том, что любая ссора – это не конец света, это просто возможность подняться на новую ступень. Книга «О любви больше ни о чем» Елены Рок – это реальные истории тех людей, у кого вышло, а у кого-то и не очень. Но в любом случае все начиналось с огромных крыльев. И когда они у тебя есть за спиной, тогда такой огромный размах, тогда можно лететь бесконечно и достичь любых целей. Поэтому вспоминайте почаще свои крылья. Помните, что они у вас есть. Иногда они снимаются, где-то лежат на полочке, возможно, немножко запылились. Кто-то теряет их. И то, что происходит, когда о крыльях забыли, когда их потеряли, но когда-то кто-то их опять находит. И это возможно. Поэтому читайте рассказы Елены Рок. Соизмеряйте со своей жизнью. Учитесь мудрости. И будьте счастливы. А заказать книгу можно на нашем сайте. Люблю вас. Пока. ВСБ.com.ua. Всем-всем.